Что такое Ассамблея народа Казахстана? Какие главные цели программ «Мангалюк-Ель» и «Туган-Жер»? На эти и другие вопросы педагогический состав школы номер 4 получил ответы от председателя Греческого культурного центра города. Главная цель встречи – объяснить педагогам, что подрастающее поколение должно понимать, что единство и согласие – приоритет в нашей стране. После встречи руководство школы предложило продолжить сотрудничество в этом направлении. Может быть, это будет тоже меморандум сотрудничества со школы и нашего центра и Дома дружбы, о воспитании у молодого поколения патриотического направления, патриотизма, любви к Казахстану и совместных мероприятиях. Подобные встречи проходят с педагогами как в дошкольных, так и в общеобразовательных учебных заведениях города Темиртау. Кристина Кириченко, Жахангир Конышбаев, новости Темиртау.